العقاد. Повторяю, не призывников, не тех, кто призывается на сборы, мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции. И скажу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет просто по плану, вот по графику. Все делается так, как и запланировал генеральный штаб. Вот. Да, что касается добровольцев и тех молодых людей, которые приходят в военкоматы, мы благодарны им за вот этот патриотический порыв, желание поддержать страну, поддержать вооруженные силы. Но вот, наверное, вот сам факт того, что они приходят, уже имеет значение. Но их помощь пока не требуется. И уверен, и не потребуется. Но вот, поворачиваясь в камеру, вот, они увидят и услышат, что я сейчас говорю. Спасибо. Скажите, считаете ли вы себя патриотом России? Патриот – это достаточно широкое слово. Да. В каком смысле вы спрашиваете? В смысле того, готовы вы ли пойти, например, сейчас на мобилизацию в Украину? Нет, не готов. Почему? Ну, потому что не считаю, что это правильно. Ну, раз служил, наверное, да. А как относитесь к военной операции? Негативно. Почему? Ну, гибнут мирные люди, дети. Поэтому я вообще против войны. Я могу сейчас снять рукав, и вы посмотрите, что у меня наколото. Давайте. Как вы считаете, я считаю себя патриотом России? Да, вполне, конечно. А хорошо, а как бы вы отнеслись к всеобщей мобилизации, если бы она была? С большим удовольствием. Пошли бы? Уже, конечно, пойду, но уже года не те. Сейчас можно до пенсионного возраста идти по контракту. И есть прямо вакансии, могу вам показать. Вы бы готовы были по этим вакансиям? Да я бы с удовольствием, но у меня перелом ноги серьезный, стоит пластина, то есть я уже никак не годен даже элементарной мобилизации, там, я не знаю, ну это, скорее всего, только тыл где-то, я запас сержант, поэтому здесь уже, ну я бы так бы с удовольствием. Не совсем. Почему? Не знаю, что-то какая-то плохая Россия у нас. Как бы отнеслись к всеобщей мобилизации? Отрицательно. Почему? Ну, 21 век уже на дворе. А они все воюют. Пора бы уже по-другому вопросы решать. Обязательно, конечно. А как бы вы отнеслись к всеобщей мобилизации? Ну, это нормально, я считаю. Вы бы пошли? Конечно. А сейчас бы пошли? Есть просто по контракту служба? Ну, наверное, я пошел бы, но, наверное, возраст мне уже не позволит. Сейчас можно до пенсионного возраста делать. Даже до пенсионного? Ну, так что, записываться? Ну, я могу вам предложить вакансии. Если вы готовы, то вы можете их рассмотреть. Вы знаете, мы пойдем, потому что... Не готовы? На данный момент пока нет. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, считаете ли вы себя патриотом России? Конечно. А как бы вы отнеслись сейчас к всеобщей мобилизации? Всеобщая мобилизация? Угу. Нет необходимости. А если бы такая необходимость была, например, вы бы пошли? Безусловно. А как относитесь к тому, что происходит в Украине? Поддерживает наше государство. А вот сейчас есть контракты для людей, которые еще не достигли пенсионного возраста. Вы готовы пойти? Я по возрасту не прохожу. Сколько вам лет? Мне 50. Подходите. Подхожу? Да, сейчас да. Ну, по здоровью не прохожу. Вы бы пошли сейчас в Украину воевать? На Украину. На Украину. Я бы пошел воевать на Украину, нет. Зачем? Почему?
А зачем? Цель моей, моих... Защитить Россию. Так, подожди, Украина напала на Россию. А как вы вообще относитесь к этой операции? Можно я этот вопрос опущу, так как это политически ангажированный вопрос, чреватый некоторыми сторонними нетривиальными оценками, с которыми разбираться мне не хотелось бы. То есть вы бы сейчас по контракту не пошли? Ну, ни в коем случае. Причем мобилизация по контракту. Контракт и мобилизация – это две разные вещи. За деньги воевать куда-то, в чужую страну. Что за глупость такая? Нет, конечно, ни в коем случае. Если читать то, что написано в словаре, то я считаю себя более... Все-таки считаю себя патриотом. Ну, хочу все-таки, чтобы моей родине было хорошо. Не знаю, просто многие люди могут назвать меня, не знаю, каким-нибудь русофобом. Может, потому что мои взгляды отличаются от других, но... Все-таки считаю себя патриотом, вот. Скажите, как бы вы отнеслись к всеобщей мобилизации? Всеобщей мобилизации? В Украину? Исключительно плохо. Почему? Ну, потому что это как раз-таки противоречит интересам всего общества. А считаете ли вы себя патриотом России? Может быть, в какой-то степени. Страны – да, государства – нет. Как отнеслись бы к всеобщей мобилизации? Никак. Любым способом избежал бы этого. Почему? Я не готов идти и убивать людей. Спасибо большое, спасибо. Да, я служил в армии 25 лет. Как бы вы сейчас отнеслись к всеобщей мобилизации, если бы она была? Только при одном условии. Контракт с государством на большой срок. И потом с хорошей пенсией, примерно в эквиваленте $5000. Каждому. Все. А вот как вы относитесь к военной операции в Украине? Двойственно, наверное, больше. Пацанов жалко наших российских пацанов жалко. И тех жалко. Жалко, надо было решать вопросы как-то лояльнее. Считаете ли вы себя патриотом России? Я считаю патриотом и себя России. И поэтому считаю, что то, что сейчас делает Владимир Владимирович Путин, это полный антипатриотизм, потому что это ведет к разрушению нашей страны, нашего государства. Я считаю, что настоящий патриот – это антипутинист.